Приветствую вас. Вначале давайте немножечко разберем то, что я почувствовал, когда читал ваш текст, да, то, что мне вот, скажем так, пришло. Пришло мне то, что вы очень сильно зажимаете свои чувства и эмоции. Пришло мне то, что вы, как бы это сказать, вы склонны к тому, чтобы все, вероятно, рационализировать. Вы склонны к тому, чтобы все подвергать такому, знаете, вот анализу достаточно ну, серьезному, да, то есть вот это вот, это правильно, это неправильно, так должно быть, так быть не должно, ну, вот, что-то такое у вас, я, по крайней мере, заметил, вот. И отсюда проявляется некая такая, знаете, отстраненность эмоционально. Ну вот, как это видится мне, по крайней мере. И эта эмоциональная отстраненность, она ни в коем случае-то не идет вам на пользу. Потому что с этого вы ничего не выигрываете, а я бы сказал, что, ну, даже наоборот, возможно, проигрываете. Вот. Поэтому, в первую очередь, о чем вам стоит подумать, это о том, чтобы, может быть, проявить свои эмоции и один раз, но как следует, да, поговорить с бывшей женой вашего мужа, значит, для того, чтобы прояснить всю ситуацию. То есть вы видите, как сейчас обстоят дела. Вы видите, что бывшая жена, она, ну, так или иначе, она настраивает против вас и дочь мужа, да, она настраивает против вас и самого мужа, вот. То есть она, ну, пытается делать все эти вещи. И мне видится так, что она, ну, грубо говоря, не остановится ни перед чем, да, она так и будет продолжать действовать. То есть она будет продолжать действовать, ну, вот, в таком ключе негативном. И вы вряд ли это можете изменить. Я думаю, что вы не можете этого изменить, в принципе. Ну, потому что это бывшая жена, она не может смириться с тем, что она осталась там одна и так далее, и так далее. Вот. И, соответственно, данный аспект нужно принять. Нужно принять. Что бывшая жена, она не будет мириться с тем, что она потеряла своего мужа. А это значит, что будет постоянное давление, постоянные нападки, постоянно какие-то таких провоцирующие ситуации и так далее. И вам во всем этом важно
проявлять свои эмоции. То есть, например, сказать ей обо всем, что вы думаете относительно, там, например, ее, относительно, там, например, того, что она делает и так далее. Вот. А с мужем поговорить на тему того, чтобы он, значит, ну, сделал так, чтобы бывшая жена, значит, ну, не приставала к вам, да, и не мешала вам жить, ну, нормально, вот. То есть этот вопрос, вообще-то говоря, должен муж решать, да, а не вы. Знаете, какой момент. Вот. Мне же кажется, что вы об этом, ну, как-то забываете и берете на себя слишком много, слишком большую ответственность. Вот. Что, на мой взгляд, не является сколько-нибудь правильным решением, ну, просто потому что одна вы не справитесь, вот. Ну, в этой ситуации, вот. То есть вы слишком сильная, и это может оттолкнуть вашего мужа от вас. То есть не то, что у него, не то, что он поддался, да, своей жене, например, бывшей, может его оттолкнуть. Нет. А именно вот то, что вы слишком сильно, вы не проявляете слабости. Я вот чувствую по вашему тексту, что вы себе, ну, вообще запрещаете быть слабой. А ведь это необходимо. Женщина может быть слабой, она должна быть слабой. Отчасти, именно слабость женщины подчеркивает силу мужчины. Поэтому я думаю, что, ну, вот данный аспект требуется все-таки подкорректировать. Хотя бы с точки зрения вашего более такого искреннего и более искреннего поведения, иначе ситуация будет усугубляться. Вот. А что касается дочери, то я понимаю, почему вы, значит, задаете вопрос, да? То есть понимаю, почему вы спрашиваете, вот, что мне делать, да, как мне вернуть дочь, ну, мужа своего. Но не совсем при этом понимаю, почему это большая проблема. То есть, если взрослая дочь, она почти взрослая, да, ей 17 лет. Если взрослая дочь делает выбор не в сторону вас, да, игнорирует то, что вы для нее делали, игнорируют то, что вы там принимали ее как свою и прочее. Если это для нее ничего не значит, таков ее выбор. И, конечно, остается, на мой взгляд, загадкой, как вы можете этот выбор ее изменить. Ну, вы можете вызвать ее, например, на разговор вместе с мужем и как бы раскрыть все карты. Вы можете просто, ну, поговорить, так сказать, по душам, да, вот.
Это вы сделать в общем и целом можете. А можете ли вы сделать что-то еще? Нет, вы не можете сделать больше, в принципе, ничего. Вот. И мне кажется, что это нужно понять. А с другой стороны, вы пишете о том, что это большая проблема. То, что дочь перестала общаться с вами. Проблема для кого? Для мужа или для вас? А если для мужа вашего это проблема, то он сам эту проблему должен решить. Если он попросит вас помочь, или если вы видите, что где-то в чем-то ему там сложно или тяжело, да, вы можете предложить ему там свою помощь, это безусловно. Вот. Но если и пока он о помощи вас не просит, да, то лучше бы вам, в общем-то, не вмешиваться и понять, укрепиться во мнении, что это их дела, это их забота, это их проблемы, и они сами должны разобраться со всем. То есть, если дочь 17 лет не понимает, как обстоят дела, да, и в общем и целом, что происходит, да, если дочь не понимает, то может быть, вся проблема-то и не вас, да, может быть, вся проблема-то она в самой дочери, например, вот, понимаете, то есть мне кажется, что вот здесь вам нужно подкорректировать свое отношение и то, что вы хотите. Вот. Итак, вы спрашиваете, как вести себя дальше? Ситуация достигла апогея. Как реагировать на игнор дочери мужа? Значит, на этот вопрос, как реагировать на игнор, я ответил. Как вести себя дальше? Вот здесь зависит от того, что для вас приемлемо, да? А что нет, знаете, то есть если вот по-хорошему, именно по-хорошему, если по-хорошему, по-хорошему нужно вам все-таки брать и с дочерью разговаривать, потому что, возникло какое-то недопонимание, очевидно, между вами, вот, и дочь там, оказавшись под, под давлением, там, своей мамы, да, под давлением там от своего родителя, она просто-напросто вот оказалась неспособна выдержать это самое давление. Вот. А в общем и целом, это нормально. Все-таки мама, да, она имеет какое-то влияние на дочь. Вот, и это нормально, что она так отреагировал. Вот. Поэтому с дочерью можно поговорить, ненавязчиво, значит, там, как-то вот вызвать ее на встречу, да, то есть, все это ненавязчиво. Вот, вызвать на встречу, обсудить какие-то детали, да, то есть, постараться выяснить отношения. Вот, высказать свою позицию, послушать ее позицию, да, то есть вот, в принципе, это вот то, что вы реально можете сделать, это то, что вы реально можете сделать, а больше вы сделать ничего не можете, просто потому что, это другой человек. А что касается жены,
бывшей жены мужа вашего, то здесь история такая, что значит, вам нужно защищать себя, вам нужно защищать свою, так скажем, ну, территорию, хоть я и не очень люблю это слово, но пусть будет территория. Вот, вам нужно защищать свою территорию. И, соответственно, это требует, ну, определенного разговора. Вот. С женой. Бывшей женой вашего мужа. Вот. Это требует определенного разговора. Разговора, знаете, такого, я бы сказал, неприятного. Да? Вот. Где нужно четко, но в пределах, значит, допустимого, образовать позицию. Потому что иначе вы будете просто-напросто копить свои эмоции, и у вас рано или поздно произойдет взрыв. Вот. Значит, соответственно, что я могу вам сказать еще? Еще я вам могу сказать, что вот если мое предположение верно, и вы не можете свои чувства выражать на должном уровне, да, если это действительно так, то вам в таком случае требуется работа с психологом для снятия запрета на вот именно проявление чувств. То есть это такой, знаете, определенный сценарий жизненный есть, когда человек не доверяет своим чувствам, когда человек свои чувства подавляет. Вот. Но все это в общем и целом решаемо, все это можно подкорректировать, вот. Было бы ваше желание на этот счет, то есть с этим проблем никаких нет. Вот. Я бы начал отталкиваться вот в своем дальнейшем поведении, да, я бы начал отталкиваться от того, почему я, ну это как бы вы себе говорите, да, почему я задаю вопрос о том, что мне делать. Вот почему я задаю этот вопрос? Что мне не позволяет, что мне мешает самой принять решение и его, значит, ну, воплотить в жизнь? Я думаю, что вот с этого и нужно начинать. Потому что, опять же, на мой взгляд, именно в этом и кроется ваша проблема основная. И, соответственно, разбор ее поможет вам решить все ваши остальные проблемы, в том числе и вот с дочерью и женой. Вполне вероятно, что за вот вашим таким рационализмом, да, скрывается неуверенность в себе. Ну, опять же, я сейчас не могу об этом говорить наверняка, да, это нужно просто анализировать. Мне кажется так. Потому что, ну, есть определенный контраст между тем, что вы вроде бы такая уверенная в себе, вроде бы вы так, знаете, все знаете, а вот в то же время вы не знаете, как себя дальше вести. Вот. Возможно, для вас очень важно то, как о вас думают другие люди. Возможно, для вас важно то, что они думают о вас. Возможно, вас волнует то, что они думают о вас, поэтому вы
ориентируйтесь вот на, ну, на то, что вежливо, на то, что правильно, на то, что должно быть, и при этом не ориентируйтесь на себя. Тут не хватает такого, знаете, здоровой безбашенности, да, чтобы, ну, добиться своего, чтобы добиться того, чего вы хотите. Если вы себя действительно подавляли, то с этим нужно работать. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Надеюсь, что вы извлечете из моего ответа на себя что-то важное и ценное. Вот, если у вас остались вопросы, выдавайте их в личку, буду рад помочь. Если что-то непонятно, тоже пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.